Мосгорсуд сегодня может арестовать имущество бывшего кировского губернатора Никиты Белых. На этом настаивает следствие. В частности, речь идет о владении в Одинцовском районе Подмосковья. Что же там за дом такой, покажем прямо сейчас. Ну и вот, собственно, сам этот дом. Вот мы сейчас рядом с ним находимся. Он выделяется, сразу скажу, из всех остальных домов здесь. Почему? Потому что он вот в таком, видите, русском стиле построен, деревянный. Все остальные коттеджи вокруг, они, ну, такие достаточно современные, кирпичные в основном. А это вот, ну, прям такой, такая избушка резная, с резными ставнями, прям вот видите. Ну и вот за таким большим красивым деревянным забором. Сам участок, конечно, небольшой, всего лишь где-то примерно 3-4 сотки, ну вот так вот навскидку, прямо забор вот впритык к дому. Есть еще вот такая постройка, трудно, конечно, сказать, что это, вот двухэтажная, вот здесь вот она рядом с домом, ее очень хорошо с дороги видно. Возможно, это какой-то гостевой дом, возможно, это даже баня, ну трудно сказать. Свет не горит, возможно, дома сейчас никого нет. Сам дом, кстати, примерно 600 квадратных метров. Не маленький, такой достаточно большой дом. Ну вот опять же говорю, прям окна в окна с соседями. Все это принадлежит бывшей жене Никиты Белых, Элле. Причем, по информации наших источников, экс-губернатор переписал дом и землю на бывшую супругу буквально сразу после ареста. Задержали его за взятку 24 июня. Уже 17 июля квадратные метры в Подмосковье якобы отошли Элле Белых, хотя сама это она отрицает. Она не переписана давно в моей собственности. Я ничего не буду комментировать. Это вообще вот не тема для обсуждений, и тем более не для разглашений.